Стрілянина на столичному Подолі. Стрілянина. Буквально кілька годин тому. В Києві совершено покушення на одного із бывших командиров добровольческих батальйонів Адама Асмаєва. Улиця Кириловская. Вечером 1 июня здесь произошло покушение на Адама Асмаєва і Аміну Акуєву, учасників силової операції в Донбасі, служивших у рядах батальйону поліції «Київ-2». Адам Асмаєв – чоловік, которого російські власті обвиняли в підготовці покушення на Владимира Путіна в 2012 году. А в 2013 году его не успели экстрадировать в Россию. Этому помешало решение Страсбургского суда. Ну а после Майдана Адам Асмаев сперва возглавил чеченский батальон, который воевал на востоке Украины на стороне Киева, а потом стал бойцом батальона «Киев» Нацгвардии Украины. Все произошло около 5 вечера на Подоле за троллейбусной остановкой. Адам Асмаев вместе с женой Аминой Акуевой находились в этом сером внедорожнике с якобы французским журналистом. Заранее они договорились об интервью, но вместо того, чтобы задавать вопросы, последний начал стрельбу. Нападающий достал из коробки пистолет «Глок» и выстрелил в Асмаева несколько раз. Амина Акуева открыла ответный огонь из своего наградного оружия. Как оказалось, это была их не первая встреча с Алексом Вернером. Он представился журналистом издательства «Лемонт» и предложил Асмаеву снять программу во Франции. Все случилось по пути во французское посольство, куда все трое направлялись, чтобы договориться о съемках. Говорят, это попытка покушения не первая, но на этот раз она была подана под французским соусом. Французский якобы журналист вместо фотоаппарата вынул из коробки пистолет марки «Глок», на что супруга потерпевшего Амина Акуева молниеносно отреагировала 4 выстрелами из Макарова. Переднего на заднем попросил пересесть Адама тоже, что якобы он хочет снять нас рядом. Он тогда сказал, что это подарок для нас, вот когда эту коробку принес, что это подарок от редакции, что они хотят и что нам они очень понравится. И он только ее открыл, и я увидела, что это «Глок», и он сразу же схватил и открыл оба Адаму. И я сразу же тоже выхватила пистолет, но он трус оказался после нескольких попаданий, сразу стал кричать «Сдаюсь, сдаюсь», мы его из машины тогда вытихнули, но оружие от него оттолкнули. Вот. Ну и Адам потом сам вышел. Я думала, у него только одно ранение, сейчас как выяснилось, несколько. Как он стрелял? Один успел сделать выстрел? Два? Нет, наверное, он несколько успел сделать выстрелов. Вот. И я сразу же открыла в ответ огонь. У меня, к сожалению, или к счастью, но после третьего выстрела заклинило патрон в патроннике. Вот. Но он уже закричал «Сдаюсь». Я тогда на него просто руками накинулась. Уронил, получается, свой пистолет. Ну и потом мы его уже из машины выкинули. Он сразу начал кричать «Сдаюсь, сдаюсь, не стреляйте больше». Оружие у вас всегда было с собой? У меня всегда с собой наградное оружие и всегда с собой целокс. Может быть, тоже это помогло. Я сразу же Адаму затампонировала эту рану, единственную, которую я видела целоксом. Может быть, из-за этого кровотечение удалось. А як вам вдалося швидко вихопити зброю і відкрити вогонь? Вона завжди у мене. Є питання, які краще. Це чисто автоматизм. Я поэтому всім вот, бойцам, всім нашим завжди передаю, вот, когда в такой фронт это одно, а вот такие ситуации это совсем другое. Это только то, что у тебя выработано на подсознании, только это может сработать. Я даже вообще не помню, как это было. Амина, а твоє враження, він був підготовлений? Я не знаю, насколько он был подготовлен, но пускай следствие с этим разбирается. Нет, ну, ты... Я не знаю, честно говоря, не знаю. Но главное, чтобы вышли именно на заказчика. Для меня это очень важно. Раны киллера оказались тяжелыми, но не смертельными. Правые руки. Вогнепальне поранення правої стопи, поранення лівого плеча, ключиці, шиї. Куля застрягла в його хребті і буквально от 1 червня, одразу після проведення йому операції, лікарі зазначали, що, можливо, він залишиться частково паралізований. Ситуація з Адамом Асмаєвим краще. Адам Асмаєв уже прийшов в себе, но говорить поки не може із-за апарата іскусственного дихання. Адаму Асмаєву прийшлося удалити частину легкого, прооперувати живот і правую руку. Нападавшему, который находится в этом же больничном отделении, повезло еще меньше. Одна из пуль угодила в позвоночник. Скорее всего, стрелок останется инвалидом, но точных прогнозов врачи пока не дают. Говорят, оперировали всю ночь. Ночь прошла в заботах, але стабильно. На данный момент в форі лишаються тяжкі, але вони стабільні. З деякою позитивною динамікою. Операція виконувалася підготовленими бригадами хірургів, травматологів з залученням всіх можливостей нашої лікарні, найкращих фахівців.
Як це операція? Як до одного, так і до другого пацієнта. Я перепрошую, це зміна караулу чи так підсилення? А який караул? Так він же з поліції. Чого? Та то... Кто такой Адам Асмаев? Человек, который возглавил батальон Муны Мусаева, одного из лидеров чеченской диаспоры, после его гибели на востоке Украины в 2014 году. Человек, который был крайне осторожен. Он чеченец, воевал на стороне Киева в этой войне и, по-моему, до сих пор очень осторожно относился к своей безопасности. Почему он поехал на встречу с незнакомым человеком? Какие могут быть твои версии? Я несколько раз в жизни общался с Аминой, с его супругой, с самим Адамом. Он действительно очень такой спокойный, выдержанный человек, и Амина такая же. Поймали его вот на журналистский такой крючок, представлялись журналистами и просили, ну как обычно, знаешь, Тимур, я тебе звоню, ты мне звонишь, да? Вот именно так они раздобыли их контакты. А скажите, пожалуйста, этот человек как вошел к вам в доверие в контакт? Он сослался, между прочим, на одного известного мне в Украине журналиста. Он сказал, что ему порекомендовали меня, журналисты Шустер Лайф. Вот, поскольку единственный, с кем я общалась, Шустер Лайф, с кем был контакт, это Алексей Стукалу. Вот, раньше он как-то был гостевым редактором, у меня сохранился его номер и контакт на Фейсбуке. И я написала ему смс, попросила подтвердить, действительно ли этот человек из французской газеты. И он подтвердил, да, есть смс, да, он сказал так. И потом, когда у меня уже вызвали подозрения после встречи с этим человеком, были такие интуитивные моменты, которые, ну, мне показалось странным это. Вот. И я еще раз написала Алексею Стукалу в Facebook более подробно, чтобы он объяснил, ну, откуда. Это была первая встреча с этим человеком? Нет, это четвертая уже встреча была. Четвертая, да. Он там так все красиво расписывал, что сейчас французская эта редакция хочет сделать цикл интервью с нами, что они очень заинтересованы в связи с тем, что во Франции пришли новые демократические силы. То есть, ну, они, конечно, действительно были рады ситуации во Франции, как-то, ну, повелись. Это, конечно, непростительная ошибка была, нельзя ослабляться. Этот человек произвел впечатление именно действительно журналиста или, ну, непонятно кого? Он вызывал некоторые сомнения. У меня вот были такие мелочи, что вот, ну, которые вызывали у меня сомнения. Но на самом деле, конечно, он произвел впечатление европейского какого-то человека, такого интеллигентного. Вот. Ну, русскоязычный. Но он очень хорошо говорил по-русски, это тоже как бы удивило, с небольшим иностранным акцентом. Он сказал, что он учился в Петербурге, получал там журналистское образование, но еще давно тогда, получается, в советское время. Ну, он взрослый человек достаточно, вот, и там выучил так хорошо. В полиции говорят, вероятно, таким образом супругам хотели отомстить за патриотическую позицию и службу на Донбассе. Покушение уже успели окрестить всякие там Шкирики и Геращенки российским следом, там, российской рукой, рукой Путина и так далее. Но вопрос у меня возник не о руке Путина, а о том, что... А с чего взяли вообще, что покушались именно на Асмаева? Ну, он сам сказал. Ну, жена его подтвердила. И все. А может быть, вообще, на самом деле, было все с точностью, да наоборот? И дело даже не в том, что Амина Акуева оказалась не совсем Аминой, не совсем Акуевой, не совсем Ченкой, а в том, что киллер, как бы киллер, он выстрелил всего один раз, а он ведь первый стрелял, получил в ответ 4 пули из внезапно выхваченного пистолета, непонятно откуда. Вот, собственно говоря, такой вопрос, ответа пока не нашел. Псевдожурналист ранил Асмаева 3 раза, в ответ получил 4 пули из пистолета его жены. Она стреляла из наградного Макарова. Я сразу же тоже выхватила пистолет, но он трус оказался, после нескольких попаданий сразу стал кричать: сдаюсь, мы его из машины тогда, ну, вытягнули, ну, оружие от него оттолкнули. Наразі жінка не має особистої зброї, в неї залишилася тільки кобура від її нагородного пістолета, яким вона зупинила кілера. Від сьогодні до Аміни представлено особисту охорону. Переконана, напад на їхню родину був замовним, а кілер вчинив спробу вбивства за гроші, а не за ідею. На думку Акуєвої, затриманий нею чоловік не є мусульманином, хоча й має татуювання арабської на грудях, яке прославляє Аллаха. Аміна переконана, істинний вірянин ніколи в житті не зробив би собі тату, та ще й зі священними словами, бо для їхньої релігії це богозневага. І впевнена, виконавець замовного нападу спеціально обрав священний місяць Рамадан, коли мусульмани дотримуються суворого посту в день. На протяжении 12, даже
больше часов мы не ели и не пили, при этом находясь активно в дороге, в поездке, да, это очень истощает организм и концентрацию внимания очень ослабляет. То есть на это тоже был, видимо, расчет. Он просто был очень уверен в себе, что мы ничего не успеем сделать, не успеем сориентироваться, когда вот он открыл эту стрельбу. Что вы уже знаете, что вы уже стигли вивчити про цей інцидент? І на вашу думку, як слідчі змогли так швидко дійти до висновку, що російські спецслужби могли бути причетні? Прошу. Версія про російський слід може бути висунута щодо будь-якої події, яка відбувається в Україні, з негативним присмаком, ухилом. Будь-який злочин, по суті, є вигідним Росії для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні. Тому це така проста версія, яка лежить на поверхні. І, власне, у суспільства не викликає питань. Ну, вигідно Росії, ну так, вигідно Росії, значить, це російський слід. Але, насправді, коли ми говоримо про тяжкі злочини, коли ми говоримо про замовне вбивство, по техніці розслідування повинні висуватися всі можливі версії, і відкидаються вони по мірі знаходження доказів на користь іншої версії. Тобто ми не можемо, сьогодні просто не маємо професійного права, я говорю про юристів, давати суспільству лише одну версію, тим більше, що в нас немає обвинувального вироку суду щодо цієї версії. Тому, окрім російського сліду, все ж таки, треба припускати інші варіанти. Які? По-перше, Окуєв і Осмаєв і його дружина знаходились в Україні вже не перший рік, і за цей час вони могли нажити і тут складні відносини і ворогів. Крім того, їхня ліквідація може бути вигідною декільком сторонам, тобто не обов'язково це виключно російський слід. І ключове питання, яке, якщо це російський слід, виникає і у мене, і, мабуть, у всіх громадян, чому настільки вільно в столиці України почувають себе спецслужби іншої держави, аж настільки вільно. І наскільки я бачу з преси, знайдено все-таки у кілера український паспорт. Тому повинні розглядатися всі версії, в тому числі і з українським слідом. Маш, приветствую. Є ли вже якісь предположення о мотивах цього преступления? Ну вот, Илья, основная версия покушения, которую выдвигают правоохранительные органы Украины, это такие политические убеждения, проукраинская позиция. Все происходило прямо в центре Киева. Подол – это такой исторический уголок, в котором очень много туристов, в том числе иностранных. Именно там Адам Осмаев с супругой договорились встретиться с журналистом якобы французского издания. И вот этот человек, который так представился, выстрелил в Осмаева и его супруга Амина Акулова открыла ответный огонь из своего пистолета Макарова. Оба стрелявших, то есть тот человек, который был якобы журналистом, и сам Осмаев, доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает, по данным украинских СМИ. Ну и вот что интересно, на месте происшествия нашли паспорт гражданина Украины, и по данным местных правоохранительных органов, он два раза пересекал границу с Белоруссией и с Россией. Напомню, что Осмаева подозревали в совершении взрыва в Одессе в 2012 году, в результате которого погиб россиянин. А в феврале 2015 года Осмаев возглавил добровольческий батальон имени Джахара Дудаева. Ну вот, как пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на анонимные источники ФСБ, его подозревали в том числе и заказчиком убийства Бориса Немцова. Но напомню, что на этой неделе, и вообще, в принципе, не редкость стрельба в Киеве, на этой неделе был убит экс-глава Укрспирта. Это крупнейшая алкогольная империя, которая в том числе не раз уличалась правоохранительными органами в производстве нелегального спирта. Убит Виктор Панков. Ну вот, на этот момент, на этот час, это вся информация.